Ребята, всем привет. Всем привет. Мы уже накрываем на стол. Дети проснулись, оделись. И мы будем кушать. Да, сейчас еще картошечку папа он заправляет. И к нам придут гости. Бабушка придет к нам. Да, и Тимур. Ну, я не знаю, придет Тимур сегодня или нет, но бабушка сейчас придет, это точно. И Богдан. И Богдан. Нет, Богдан не придет. Смотрите, у Тёмы новая футболочка. Это нам присылала Марина. Да, присылала Тёме кофточки, футболочки. И вот это я ее берегла, мы ее зиму не одевали. Да, чайника. Ну дай ему попробовать, дай. Он же тоже хочет. О, и очки поднялись, класс. Так что настало время, когда ее одеть, да? Да. Но летом будет красиво в ней, шикарно. И Илюша у нас тоже в новой футболочке, которую нам подарила Надюшка. Да? Что это? Пасха. Пасха, правильно. А то вчера кричал, тортик, тортик, день рождения. А хотите я... Не суй руки туда, Илюш. А хотите я вам стих расскажу? Расскажи. И я к вам присоединяюсь, и стишок свой расскажу. Я уж очень постараюсь, добираюсь к лесу. Правильно, сегодня будешь рассказывать. Все, беги. Беги, куда ты хотел. Вот, уже у нас готово. Да это не пойдет. Вот крусочки. Привет! А вот у нас Пасха. Не будешь, придумал? Папа уже картошечку налаживает, да? Где? Вот она. Сиси-баси! 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 Пожалуйста! Кого? Сиси-баси! Присыпку? Сиси! Вот у нас уже яйца готовы. Да, мам? Да. А там кто идет? Не знаю. Бабушка. Бабушка. Илюш, бабушка, беги, встречай. Бабушка. Бегом. Вот картошка, вот картошка, вон картошка. Картошка. Иди бабушку снимай. Да там не день рождения. Нет, у меня день. Какой день рождения? Настя, дойди, я снимаю. Папа день рождения. Папа день рождения? Нет. Вот тут. Христос воскрес, Настя, Илюш. Что да. Притарай? Вот. Давай. Только одни мамы. Одна тарелка пустая, да? Да, мама. Маму обделили. Да, мама не хочет есть, по-моему. Стоп, стоп. А? О, вон еще. Кого ты будешь? Сиси. А чистить? Нету Пасхи. Пасхи. Тём, не ходи. Нету Пасхи. Нету Пасхи. Все. Вот он Пасха. Вышли на улицу с детворой. У нас гости. Тимурка. Тимурчик, давай. Да? Папа под вечер решил деревья побелить. Побелка осталась. О, уронил Илюш. Доставай. Доставай сам, говорит. Тот деловой парень. Ой. На. Доставай сам. А ты деловой сам. Угу. Я видел. Папа, на улице вроде тепло, и тут же не тепло. Вообще непонятная погода. Там цыплятки, да, сидят? Нет, не надо заходить. Они, видишь, наелись и отдыхают, сидят. Пошли. Боня, вот она с нами. Потом погладим. Будем их кормить и погладишь, хорошо?
Это что, вы так в выбивного играете, да? Нет, 2-1, как и было. Продолжаем. Играем в горячий хлеб. 3-1. Ой. 3-2. И ты так хочешь, Илюш? Ну подожди, сейчас мальчики доиграют, и будешь ты тоже. Быстрее, это же горячий хлеб. Давай. 4-3. Не, 4-2. 3-3, Тимур. 3 у тебя было, по-моему. Не помню. Быстрее. Руки обожжешь. Тём, так нечестно. Ой. 4-4. Папа покрасил, да, деревья побелил. Красивые, да? Я буду белить сам. Ты будешь 5-6. Белить сам? 5-6. А ну, Илюша, как играет? Давай быстрее кидай, это же горячий хлеб. 5-3. 5-3. Лови, Илюш. А где тли? Где 5-3? А, 1-3. То есть 4. Вы уже сбились 5. Со счета, ребята, давайте заново. Да. А ой! Давай! Ай, я лезу в эту. 1-0. Лови, Илюш, лови мячик. Быстрее кидай, Тимура. Ой! Давай, кидай! Ой! 2-0! 2-0. Ой, Илюша, нельзя ж так. 1-2. Безумно. Давай, кидай. Илюша, я буду бегать, и ты стой на одной. Илюша, стой. Артём, дай Илюше мяч. Илюша, на, лови. Артём. Артём, дай. Илюша, смотри. А он текает, он кинул Илюша, и текает. Слушай меня, надо, я буду вокруг тебя бегать, а ты должен меня попасть шариком в мяч. Кидай в Тимура. Довольный, да? Не ковыряй, пожалуйста. Ты, Илюша. У меня. Во, видите, как вы придумали выбивного. Теперь давай, Тёма вокруг бежи. Тебя бегает. Вокруг. Ой, оп, мимо. Беги за мячом. Да. Стой на месте. Всё, опять ты. Нет, ну подожди, ты ж его не выбил. А, да. Вокруг оп. Тимура бегать надо. Вот он бегает. А можно ж так в догонялки играть. Давай. С мячом бегишь, догоняешь. Если мячом по нему попал, значит он играет. Ты устал, Илюш? Нет, по-английскому не так. Тем. Не выдумай. Узнаем, посмотрим в интернете как. А я хочу сейчас посмотреть, как сейчас выглядит Иерусалим. Кто? Иерусалим. Ага. Ну, там можно посмотреть. Тём, не балуйся, не ломай язык. В садик? Ещё рано в садик. Там болячка страшная ходит, нельзя ходить. Карантин. Карантин. Да, это значит болячка. Вирус ходит страшный. Вот, Тём. Не забирай, не забирай. Тимур посмотрит и даст. Надо делиться. Все, идем. 2. Тимур, а что ты говоришь? Да, пусть говорит, он просто повторяет. Проводим. 2 умножить на 2. Приятное с полезным. 2 равно 4. Умничка. 3 умножить на 2.
4 умножить на 2 получается 4. 4 умножить на 2. Илюш, подожди, они сейчас таблицу умножения повторят и будут играть, хорошо? 5 умножить на 2. 10. 6 умножить на 2. 6. 6 умножить на 2. На 2 получается 12. 4. А, да. 7 умножить на 2. 7 умножить на 2? 7, да. 4. Ой, запутался. 8 умножить. 8 умножить 16. 2. Уже ответ сказал 16, правильно. 9 умножить на 2. Илюша, тише. 10 умножить на 2. 10 умножить на 2. Правильно, 18 было, Тимур. 10 умножить на 2. Подожди. 10 умножить на 2, Тимур не ответил. 20. 12? 11. Нет, 12. Ты 11 не сказал. 11 умножить на 2. Получается 22. 12 умножить на 2. Не говори. 12 умножить на 2. Ну пусть он тебе задаст, Тимур. Он же хочет. Ну говори ему. 12 умножить на 2. Сколько будет, Тимур? 12 умножить на 2. Получается 24. Умницы, молодцы, теперь мальчишки. Ты, Тимур. Теперь Тимур в тюрьме. Я вот он. А Тимур смотрит. Ребята, у нас тут... Давайте. Дети сделали дискотека. Какая, Тём? Дискотека 90. 90. 90. Дискотека 21 века. Да, смотрите, вот такая лампа. Тут у нас подкручивает Илюша, так как поломалась, она не крутится уже. А смотрите, как я танцую. Очень плохо тебя видно. Видно. А смотрите, как я танцую. А пыль подняли. А смотрите, как я. Отойдите все. Тебе грузов там будет. Илюша, отойди. И кошка мявчит, он аж глаза светятся. Ля. Ого! Тимур, глянь, как у него глаза светятся. Иди сюда, по камере видно. Смотри. Видишь? Видел? Мне можно посмотреть. Илюша, отойди. Отойди, Илюш. Видишь? Светится. Мия, Мия. Мия, 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 Мия. Мия, Мия, Мия. Кис-кис-кис. Глянь, ля. Глаза светятся. Да, я знаю таких кошек. Это самая редкая порода кошек. Не, они у всех светятся. Не знаю, страшно. Не хочет. Так и телечный. Тимур, у тебя все нормально? Да. Мама, я посмотрю. Я Илюша, иди в туалет сходи. А Тимур не поймет, да, Тимур? Не будешь танцевать? Ты ж танцевал. Это только на танцах, а так нет? Нет, ты здесь танцевал, когда я зашла. Ты сейчас застеснялся, да? Нет.